20 марта свой профессиональный праздник отмечают работники сферы бытового обслуживания граждан и жилищно-коммунального хозяйства. В Щелковском районном культурном комплексе собрались все те, кто изо дня в день работает над тем, чтобы жизнь населения была как можно более комфортной. Горячая вода, теплые батареи и электричество, можно сказать, благо цивилизации, без которых жизнь сегодня представить сложно. За обеспечение жителей столь важными ресурсами в Щелковском районе отвечают сотни сотрудников сферы ЖКХ. В профессиональный праздник для них со сцены звучали слова благодарности и поздравления. Очень важный, очень нужный, очень почетный труд работать в жилищно-коммунальном хозяйстве. Поэтому позвольте мне вас поздравить. С праздником! Пожелать вам здоровья, успехов, счастья, добра, благополучия, чтобы вы знали, что жители вас любят только тогда, когда у нас все хорошо. Счастья вам, здоровья, благополучия вашим всем семьям, всего вам самого-самого наилучшего. От вашего труда и только от вашего труда в большей степени зависит комфортное проживание наших жителей Щелковского муниципального района. В зале Щелковского районного культурного комплекса собрались лучшие представители своей профессии. Из рук почетных гостей мероприятия они получили памятные награды, благодарственные письма и грамоты. Среди награжденных и Юлия Свиридова, инженер по охране труда Щелковских электросетей. В сфере жилищно-коммунального хозяйства она работает почти 8 лет и работу свою любит, потому что связана она с людьми. За светом, за водой, за газом стоит работник, который и зимой, и летом, любую погоду готов выполнить свою работу. Это самое важное. Я хочу поздравить всех своих коллег, пожелать каждое утро с удовольствием идти на работу, а возвращаться домой тоже с большим удовольствием. О том, чтобы труд сотрудников был более наглядным, задумались руководители межрайонного Щелковского водоканала. И задумку свою воплотили. Аккурат к профессиональному празднику при входе на предприятие появилась доска почета. Мы возвращаем лучшее из прошлого, возвращаем хорошие традиции, которые, на наш взгляд, в наше время частично утрачены, необоснованно. Коллектив у нас очень большой, людей достойных у нас очень много. Мы постоянно ищем и находим формы поощрения за качественное отношение к своим профессиональным обязанностям. В числе тех, чья фотография заняла свое почетное место, оказался и начальник аварийно-диспетчерской службы предприятия Алексей Борисов. На водоканале он работает уже 10 лет, начинал еще мастером. Все радуются, когда есть свет, есть горячая вода, а то, что холодное водоснабжение и канализация, для всех это уже как воздух. Они настолько к этому привыкли, что даже не замечают нашей работы. И о нас вспоминают только когда засор, авария, вода. Естественно, первые звонки идут как раз в нашу службу. Вот и свой профессиональный праздник. Сотрудники сферы ЖКХ, можно сказать, на боевом посту, чтобы в наших квартирах было тепло, из крана текла горячая вода, а свет родного окна всегда звал домой. Дарья Соснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».